Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Онидзука, и сегодня мы вновь заценим новую игру, в этот раз для ПК, для Стима. Игра называется Witch Hunt, охота на ведьм, ну там вроде как и на прочую всякую нежить. Итак, давайте пробовать. Игра, в общем, для Стима сейчас находится в раннем доступе, в начале сентября, по-моему, 3 сентября релиз у игры, вот. Не знаю, есть ли она там для других там консоли, скорее всего, нет. Вот, ну, значит так. После того, как демоны убили мою семью, я решил посвятить свою жизнь борьбе со злом. Сначала я был мотивирован местью, но потом я встретил человека, который показал мне правильный путь. Недавно я слышал, что в маленьком городке под названием Белвиль люди начали исчезать и погибать от рук какого-то существа. Я сразу же отправился в этот город. Что-то большое напало на меня по дороге в Белвиль. Я смог его отпугнуть, но моя лошадь сбежала с большинством моих припасов. К счастью, мне удалось добраться до города пешком. Вот такое вот начало. Так, город Белвиль. Игра, конечно же, поддерживает геймпад. То есть все. Поэтому я в нее играю на ПК. Игры без геймпада я стараюсь не играть без поддержки. То есть тут все есть настройки. Это, как я так понял, заявляют разработчики, это не просто какой-то шутер, да, это типа, можно сказать, симулятор охоты на вот этих вот, на нежить. Так что, типа, нужно быть терпеливым, там, выслеживать, ходить, все такое. В общем-то, деревенька Белвиль, вот тут висит. Вот тут повесили. Так, что тут у нас лошадь? Себе у нее хвост. Дикий хвост у лошади. Заперто. Звуки такие атмосферные здесь. Надеюсь, вам хорошо слышно, ребят. Я думаю, у меня есть то, что тебе надо. Кстати, русская озвучка. А, торговец. Набор серебряных пуль. Так, у нас есть 50 монет. Мы можем купить себе наборы серебряных пуль. Так, как купить? Ага. Так. Достаточно места. Можно взять распятие бесплатно. Ну и больше, наверное. Ничего такого мы себе серьезно позволить не можем. Ну, пускай будет, не знаю, это нам сейчас обязательно это делать или нет. В общем, тут сразу же, только мы пришли в город, мы все профукали. Какие звуки-то тут, а? Что это за звуки? Вот вокруг этого места звуки раздаются. Что-то найти можно? Что-то распятие достать? Оружие доставать мы здесь не можем. Не знаю, что за место, ребят, что тут такое. У меня сразу дежавю с резидентом четвертым. Очень нравилась всегда локация первая деревенька. Что-то немного похожее. Так, сюда не залезть. Заперто. Тоже заперто. Церковь. Это нелюдно что-то, да, нифига. Ну, может, все спят, конечно, ночь. О, кстати. Товарищ спит. Ну, графоний такой, конечно же. Так. В инди-проектах. Вы, наверное, ищете отца Людвига. К сожалению, он был убит ужасным монстром, который терроризирует Белвиль. Поэтому я взялся приглядывать за церковью. Я могу предоставить медицинскую помощь, если она требуется. Да, а нам нужна? У нас 90%, да? Стало 100. Это на халяву? Это выход наружу. Я знаю эту книгу наизусть.
Пойдем туда, где свет горит. Ой, там волки воют. Так, это что за место? О, медведь. Добрый вечер, сэр. Как мэр города Белвиль, я могу гарантировать, что если вам удастся помочь нашему городу, вы будете достойно вознаграждены и получите нашу нескончаемую благодарность. Чтобы попасть в лес, воспользуйтесь мостом через реку. Будьте осторожны. Люди видели в лесу нежить, так что мы имеем дело с чем-то гораздо более зловещим, чем просто дикий зверь. Удачи. И да благословит вас Бог. Спасибо, чувак. Так неплохо локация сделана. Ну, немножко бедненько, но как-то вот перемещаться в игре как-то комфортно, так плавно все. Заперто. Так, ну вот мост мы видели, нам туда, видимо, больше. Я не знаю, надо ли куда-то еще зайти. Что-то везде заперто. И свет не горит. Пойдемте посмотрим. Хотя вон там тоже что-то есть. Так, у нас есть какая-нибудь карта? Главное меню, чувствительность мыши. Так. Так. Навыки. Описание чувства тьмы. Дает пассивную способность ощущать присутствие могущественных злых существ. Радиус чувствительности навыка 500 метров. Описание. Зрение зла вам дает возможность видеть глазами существа, которое вы ищете, расходует 50 маны. У нас еще и маны есть. Так. Это у нас ничего нету, да? Надо открыть. Так, оружие. Монет. У нас какая-то отмычка, кстати, есть. Так, ну все, вроде тут больше особо нечего. Ну ладно, давайте пойдемте в лес. Что-то кто у нас тут? Какая-то женщина убитая. Путешествовать в лес. Когда могущественное существо находится в пределах 500 метров от меня, я могу чувствовать его присутствие. Люди говорят, что я обладаю этой способностью, потому что в моем теле течет кровь ангела. Короче, как всегда, главный герой необычный чувак. Так, ну чё? Давайте нам ваш лес. Выследите и убейте зверя. Так. 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 Это выход, да? Обратно идти. О нет, Белла, я надеялся, что тебе удалось бежать. Это лошадь нашего героя, да? Как-то тут мелкая она как-то выглядит, эта лошадь, как пони какой-то. Серебряная пуля. Не могу нести. Блин, я купил же, елки-палки. И так, а что у нас там? Так, вот. Оружие. Так. Что еще мы можем делать? Прыгать. Так, во. Ружье. Так, это типа мушкет или как это называется? Ну, пистолет, короче. Все, два вида оружия. У меня нет карты этого места. Ой, это, видимо, зрение, да? Мы должны выследить этого монстра, который там подходит. Как тут поймешь, где он бродит? Блин, тут, ну, хоть где-то рядом с дорогой, да? Так, ладно. Ладно. Смените оружие быстрее, чем перезарядить его. Ага, подсказки пошли. Вовремя, когда я уже все опробовал. Что-то там красное светится. А! Ты издеваешься?
Охренеть. Уже 43% у меня здоровья осталось. Кого-то грохнули, это ведьма какая-то, видимо. Но я не знаю, это то существо, которое нам надо было найти или нет. Так. Сохраниться. А, мы ману тратим на сохранение. Окей, сохранились. А дальше куда? Тут что-то развилки. Бля, а как я здесь вообще буду ориентироваться в этой местности? То есть я сейчас куда-то пойду, я забуду, откуда я пришел. Карты-то нет. Как тут без карты-то вообще ходить-то? Так, значит, у каждого у нас из оружия по одному патрону. Жестко? Жестко, ребят. Немножко напоминает игрушку этот Hunt. Hunt, как оно там называлось? Что-то тут красное же виднелось, я видел. Это, наверное, один монстр, который нам убить надо. Что-то красное где-то я видел. Ну, куда ты делся? Ну-ка. Мне нужно 50... А у нас маны нет, чтобы посмотреть. Печально. Давайте прямо пойдем. Кто-то там, где-то тут что-то светилось, я видел. Через деревья. Будем держаться тропы. Там чудовище вроде, когда мы смотрели его взглядом. Что здесь? Оно вроде как вдоль дороги ходило. Что это где-то? Вспоминается, была прикольная игрушка в свое время, PlayStation 2, называлась Dark Watch. Там, типа, тоже главный герой такой, типа, Ван Хельсинга, там, с нечистью борется. Но там был чисто экшен, боевик такой, там неохота. О, кто-то вон еще придет. Может, нам его и надо грохнуть? Блин, капец, с одного выстрела никто не убивается. Еще. Или они быстрые. О, блин! Блин! Офигеть. Так, ну мы там сохранились же, да, у костерочка. Так, я нажал любую кнопку, давайте. Продолжайте игру. Что, она грузит или что, не пойму. Написано, нажмите любую кнопку, чтобы продолжить. Я нажимаю. А оно не продолжает. Так, может, на мышке что нажать? О, на мышке нажал, пошло. Что за фигня? Вроде же геймпад, все, все дела. Так, все. Так, мы должны, по идее, быть рядом. Вот, мы сохранились. Опять перезаряжаться надо. Так, лес-то атмосферный. Ну да, конечно, графика прошлого все поколения, это понятно. Но лес смотрится, в принципе, неплохо, и все очень плавно, четко работает. Так, ну что там, в общем, сейчас два монстра должно быть, по идее, да? Надо как-то успеть их грохнуть. Можно попробовать этой шпагой, рапирой. Слушай, а у этого вроде не было. Опа, денежки. Опа, тут лутать можно. Слушайте, а не было же этого. Мы же ходили, не было. Еще рандомно все меняется тоже. Как сейчас во многих играх. А вот игруха, я вспомнил, Hunt Showdown называлась. По ней тоже видосик был. Мы с Англией играли. Там такой кооперативный тоже. Охотится на монстров, что-то такое. Ну, там графон, конечно, заоблачный. Покруче, чем здесь. Но, кстати, он тоже нормально работал. Но там еще с расчетом на PvP и на кооператив. А здесь чисто синглплеер. Не знаю, может быть, мне после первого убийства уже надо мотать обратно в город и полечиться. И там за это что-то получать. Может, в этом фишка. То есть я так полагаю, мы... А, кто тут? Кто тут? Что за хрень? Что за хрень?
Ай! Зашибись. Так, опять нажмите любую кнопку, но ни одна кнопка не нажимается на геймпаде. Это странно. Нажимается только мышь. На мыши, левую клавишу мыши. Хотя, как бы, вот на геймпаде эти все кнопки есть. Блин! Вечно на ПК эти танцы с бубнами. Да, походу, после каждой загрузки что-то меняется. То есть монстр другой напал. И как бы вот... Вроде оттуда же шума, тоже дорога. И вот эти предметы на дороге валялись. То ли я их в прошлый раз не заметил. Сейчас увидим, будут они на дороге опять валяться. Ощущение, что каждый раз какой-то идет рандом. Так. Я что-то закаракатился, монстр-то был. Вот что-то вроде там спереди есть. А, ну, бля, это все лежит, смотрите. Так. Так. Это все есть. Значит, в прошлый раз просто, может, я до сюда не дошел, там это, видимо, выпрыгнуло. Кто-то шепчет. Но все равно монстры по-другому как-то появляются. Они, видать, там как-то свою жизнь, наверное, живут. То выпрыгнут, то не выпрыгнут. Реально охота, блин. Опа. Звук я слышал. Шелест. Стрёмно. О! Это кусты. Капец. Это овца убитая, да? Я так далеко забрел. Хотя я, конечно, по прямой иду особо, да? Никуда не сворачиваю. Если свернул, то уже заблудился бы. Ну, что-то опять там красным, смотри, что-то там светится. Либо это монстр, либо это костер очередной. Блин. Карта, интересно, какого размера. Надо бы посмотреть, может, у торговца можно карту все-таки купить. Я вот не обратил внимания. Мне кажется, карта нам бы тут явно не помешала. Целебное растение. О, тут еще и растение может. А-а-а! Этот звук, это где растение рядом, когда. Вон там какая движуха происходит. Надеюсь, из воды никто не вылезет. Так, тут очередной костер, типа, да, не костер, но это, короче, сохранение. Главное, вот отмечает, типа, на карте места какие-то, а карты-то нет у нас. Блин, жалко. Сохранится, не сохранится. Давайте сохранимся. А, у нас нет 50 ман опять. Так. Отлично. Подлечились.
дом посмотрим. Птицы летают. Нет, сделано прикольно. Прикольно сделано. Так, ну, вот, окружение. Но вот точка быстрого путешествия доступна в Белвилле. О! То есть мы открыли место, куда можно сразу же метнуться теперь. То есть мы исследуем местность. Вот оно, да. То есть мы сейчас можем отсюда тупо в город вернуться, да? Это прикольно. Забавно, забавно. Ну такая интересненькая тема. Блин, это я хотел пробежаться, он мне достал шпагу. Что это за звук? Как будто змея где-то. А вон змея точно. Сразу опять вспоминается Резидент. Помнишь, там были ящики, иногда разбиваешь, что там змея. Блин, так. Создание предел 500 метров нам показывает. Блин! Фух, мы ее грохнули. А вот и награду получили, да? Так, что-то жестко, ребята. Так, а что здесь такое? Карта! Так, во! Теперь у нас карта есть. Во! Другое дело. Вот первая точка слева, мы посередине находимся, да? Интересно, это вся местность или все-таки там будут какие-то еще куски карты открываться? Так. Отмычка, блин. Вот, оказывается, зачем-то отмычки. Тут, оказывается, еще. Так, интересно, это про это существо нам говорили? Или все-таки есть то, которое нам действительно нужно? Существо. Так, а что тут такое? Четыре отмычки мы подобрали. Ну-ка, попробуем еще раз. Есть. А что это такое? Пушечное ядро? А где его использовать? Может, его продать можно? Так, а поспать, отдохнуть? Нет, такого нету. Так. У нас по-прежнему не хватает маны. Так, еще взломали сарайчик. Четыре отмычки. Пуля, отлично. Я вот что думаю, давайте мы, я не знаю, стоит ли это сейчас, метнуться в город попробуем и обратно сюда, на эту точку. Потому что я что-то боюсь, что нас сейчас просто грохнут, и мы опять все сначала тут будем делать. Тут какой-то прогресс. Я, конечно, где-то там рядом существо пасется это. Но, может, у нас и мана восстановится. Проверим. Ну-ка, давайте. Опа. Слушайте, ну интересно, интересненько. Поначалу я так подумал, что что-то будет совсем как-то. Ну, есть атмосфера, вот есть исследование этого леса. Пока нравится. Так, мы пришли. Так. Можно в хижину метнуться будет, да? Так. Медицинская помощь. Так, отлично. Сейчас пойдем к торговцу, посмотрим, что он нам может еще предложить теперь. Что мы можем купить. Может, что полезно действительно есть. Может, тут какое-то оружие купить, я не знаю. Короче, не одна стрельная. Так, значит, что тут есть? Серебряные пули, серебряное распятие. Кстати, а мой распятие какое-то взяли бесплатно, но я не знаю, как его использовать. Серебряное распятие атакует вашу цель охоты при помощи молнии. Если ваша цель войдет в радиус чувствительности распятия, срабатывает только один раз. А, это какой-то другой, потому что там
Когда вы ставите тотем, он становится лицом в сторону создания, на которое вы охотитесь. Ага. Компас. Давайте возможность увидеть свое положение на карте. У нас 79 монет. Блин, кстати, прикольно. Выносливость при беге. Увеличит ваше максимальное здоровье до 120. Блин, не хватает монет. Сумка для патронов. Носить 60 патронов. Так. Лицензия охотника за главием. Вы начнете получать около 10 монет за каждое убийство злого существа. Так. Быстрое перемещение книга. А, чтобы с любого места в город нужно. Крик монстра. Улучшенная регенерация книги. Регенерация здоровья становится в два раза быстрее. О! 60. Надо будет, наверное, это купить, да? Железные ноги. Не будет получать. Откуда-то еще упасть можно, да? Мастер взлом. Сила природы. Опытный торговец. Так, так, так. Все, да, ну давайте вот это. Вот это что ли купить тогда? Так, у нас что там? Пуль 20 из 20, мана 20 из 100. А мана все-таки у нас не восстановилась. А как она восстанавливается теперь? Непонятно. Ну, способность улучшения регенерации. Да что ж ты опять... Когда нажмите любую клавишу, блин, не это. На геймпаде не работает. Так, ну-ка я сейчас посмотрю еще тут в этом. Если, может, еще что-то интересное найдем. Что-то залутать можно. Вот звук есть, как бы. Значит, что-то здесь должно быть. А, это растение. Я абсолютно здоров. О! Так, а тут что у нас? Баблишка. И надо сумку, надо реально копить на сумку для патронов. Да. Такая тема. Че, все от мышки сломал? Так, печально. Ладно, пойдем и метнемся, может еще все-таки загасим монстра. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Ditch my life. Ну что, ребят, как вам? Пишите в комментариях. Интересная игруха, нет? Интересно было бы посмотреть там стримчанские по ней ночью как-нибудь. Такое, в принципе, в одно лицо можно поиграть. Так, а подождите, а почему нас сюда метнуло? Почему нам не предложило? А как тогда туда метнуться теперь? Может, я могу как-то на карте выбрать место? Блин, короче, я не понял, как это работает. Я думал, мы сможем сразу туда вернуться, метнуться в то место, где хижина, но походу нет. Может, от этой точки можно сделать будет? Сейчас попробуем. Мне тут только сохраниться предлагают. Так. Ёлы-палы, там что-то деревья падают. Что там? Кто там? Появись, тварь. Давайте попробуем. Так, у нас карта. Карта. Так, мы у точки. Что-то тут фиг поймешь реально в этой карте. Тут реально компас нужен, чтобы сориентироваться. Давайте сюда сходим просто чуть-чуть. Посмотрим, что мы тут найдем.
Ты что, сразу обратно? Еще кого-то пожрали. Может, еще какое-то местечко найдем интересное. Так, у меня все заряжено. Угу. В общем, тут первые такие вещи, которые надо накопить, это компас и сумка для патронов. Блин, куда идти-то? Это кабан как будто где-то рядом тут. Звуки издает. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. На холмик станем, посмотрим. Где-то рядом лечебная травка, но нам, в принципе, сейчас она не нужна. По-моему, где кто звуки издает? Вон там кто-то пасется, вот он. Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас первый раз грохнул. Нифига себе. О, маны дали, да? На то, что мы его грохнули. Это мост очередной. Давай, иди сюда, урод, мне мана еще нужна будет. Где ты? Тварь, выходи. Блин, страшно вообще, капец. Где-то он здесь. Блин, ни хера не вижу, не знаю. Чемная травка. Сердце колотится, где-то он рядом. Так, а это что? Чё за хрень? Чё это? Блин. Это что такое было? О, ребята, страшно. Чё это было? Жесть какая-то.
Блин, что это за херня была? Вообще какая-то была сфера какая-то, или что это? Воронка какая-то. Блин, короче, я походу забрел туда, куда пока не стоит забредать. Фух, жестко. И где мы теперь, интересно? Рядом с мостом. А, в самом начале, как мы телепортнулись, да, то есть мы не сохранялись, ничего, короче, это самое. Мы, короче, теперь здесь. Так. Блин, я туда не пойду. Давайте сейчас быстренько пробежимся до точки этой, как ее, где дом, и там посмотрим, что есть. Блин, я не знаю, что это за хрень. Аномалия какая-то. И тут шепот начал раздаваться везде, и все, она меня убила, короче. Жестко. Короче, идем прямо до хижины, и там посмотрим, что там дальше есть. Может, там есть монстр, которого мы реально должны убить. Опять там эти звуки. Типа шепота. Тут уже все, ничего не взять. Да, так это интересно, но страшновато, на самом деле страшновато. Когда сдохнуть не хочешь, тут посреди карты. Становится страшно. Еще непонятно, что с этой штукой ты можешь сделать. Вот опять этот шепот гребаный. Вот она, эта хрень. Как бежать? Как бежать? Как-то можно бежать здесь, по идее, но что-то у меня. Я все кнопки перепробовал. Как-то он медленно бежит. Да, жуть. Тут же где-то растения росли, эти целебные. Блин. Такой туманчик прикольный. Это вроде со шпагой он кого-то разгоняется. Ну-ка, может. Сердце заколотилось. Глянем, что-то есть. Блин, туман классный. Так, мы кого-то слышим. О. Ой-ой-ой. Денег не дали. Это вот такие вот какие-то дохляки доходят, да, за них только ману дают, походу. А вот за какие-то ведьм дают. Видимо, баблишка. Сортир. Так, надо сохраниться все-таки. 50 маны потратим на сохранение. Чтобы потом до сюда не пилить, да? А что, у меня нет 50 маны, что ли, до сих пор? Я тут думал, набираю. А ее так мало. Ёлки-палки. Что ж ты делаешь, Ира, со мной? Так, травка. Давайте еще посмотрим, что тут рядом есть. Блин, ну сложно, сложно. Как бы в описании разработчиками говорят, что тут требуется терпение в этой игре. То есть не каждый сможет тут выжить.
рявкнул. Есть. Вот тут и денежки, и вот, да, походу, вот это ман... синее облако, когда что ли, это манна. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. Вот это жесть. Очень тут надо собранным играть. Но интересно, интересно. Так. Ну что, мы сейчас опять в начале карты, наверное, окажемся, да? Да, походу. Мост. Город. В общем, тут надо долго и упорно засиживаться, но мне понравилось, ребят. Мне понравилось. Так, ладно, давайте. Выходим из игры. Это такой первый взгляд, как обычно, первое знакомство. Там, сами захотите, возьмете, поиграете. Вот, ну, может, как-нибудь я еще и стрим по ней повторю. Ну, посмотрим. Если будет время, будет возможность. Вот, ну что ж, на этом все. Это была игра Witch Hunt, охота на ведьм. На первый взгляд, довольно интересная. Вот, так что, ребят, мое мнение такое. Ваше мнение высказывается в комментариях, может, вы сами в нее играли. Может, там дальше вообще жесть полная будет, черт его знает. Вот. На этом у меня все. С вами был Нидзука. Ставьте большие пальцы вверх, если хотите видеть больше новинок на нашем канале. Всем пока!